Наш урожай. Основная масса опят. К сожалению, мы проморгали, и они уже переросли. Но на переработку вполне себе хватит. Здесь и подберезовики, подосиновики. Белые, даже молоденькие, почему-то были уже трухлявые. Немножко сыроежек. Что-то муж захотел волнушки. Ну, я, конечно, была против, но ему захотелось. Такие подосиновички, подберезовички. Ну, короче, микс. Получился микс. Ну, мы и тому рады, потому что в том году мы остались без грибов совершенно.